Итак, мы сегодня приготовим наш рулет без выпечки. Начнем мы с крема, с приготовлением крема. Для этого мы берем 3 желтка, 4 или даже 5 ложек сахара, 5 ложек сахара с желтком перемешиваем быстро, чтобы сахар не спалил нам желток. Это обязательно. Потому что сахар может спалить желток, если мы сразу это не перемешаем. У нас просто потом будет желток корочкой. Так, добавляем ванилиновый сахар. Мы сегодня делаем рулет без выпечки. Добавляем 30 грамм кукурузного крахмала, чуть-чуть даже немножко больше, на пол-литра молока. И добавляем молоко. Сейчас мы перемешаем. И добавим молоко. Пол-литра молока. Добавляем молоко постепенно. Так легче нам будет размешать. Теперь ставим на огонь. Итак, мы поставили наш крем, чтобы заварился он на огонь. И продолжаем мешать, пока он не заварится. Мешаем постоянно, чтобы не пригорело дно. Наш крем не схватился. Итак, мы продолжаем мешать до тех пор, пока у нас крем начнет загущаться. Вот, смотрите, он уже становится гуще. В принципе, наш крем скоро будет готов. Продолжаем интенсивно мешать, чтобы не прихватило дно. Уменьшаем огонь и продолжаем мешать. У нас уже практически крем готов. Он хорошо схватился. Он загустел. Просто очень хорошо. Так, крем готов. Мы выключаем газ и перекладываем крем в другую емкость, так как если мы не переложим, процесс продолжается, и ну, как бы не хотелось бы, чтобы немножечко пострадал крем. И так быстрее остынет. Вот мы перекладываем в другую емкость. Вычищаем силиконовой лопаточкой очень тщательно наш ковшик, сотейник, кто как называет, да? И сейчас мы накроем пищевой пленкой, как говорят, в контакт с кремом, для того, чтобы не образовалась корочка при остывании. Вот мы сейчас накрываем пищевой пленкой в контакт. Это обязательно, чтобы не образовалась корочка на креме при остывании. И убираем его в прохладное место, чтобы он быстрее остыл.
Когда будет контакт, пленка, нам не надо будет его постоянно мешать при остывании, чтобы не образовалась корочка. Вот наш крем готов. Частично, то есть заготовка к крему основному. Итак, мы продолжаем готовить наш крем. Мы добавили в миксер масло сливочного размягченного 250 грамм и столовую ложку и половину ложки столовой сахарной пудры. Теперь мы включим и начнем миксер наш и начнем взбивать до пышного состояния сливочного масла. Теперь мы добавим в масляную массу, взбитую, хорошо взбитую до бела, до пышности, будем добавлять постепенно заварной крем. Также мы добавим еще, когда уже почти взбит крем и почти он готов, добавляем 3 ложки с горочкой, где-то 2-3 ложки с горочкой какао. В зависимости, какой у вас какао, насколько оно шоколадное. Уже решайте сами, насколько вы хотите шоколадный крем. Добавляем туда какао. Если можете попробовать на вкус на сахар, если у вас недостаточно сладкий или как вы любите, можете добавить еще немножко сахарной пудры. И взбиваем еще буквально несколько секунд. Пока масса смешается и станет однородной. В общем, крем готов. Продолжаем дальше наш торт. Делать наш рулет. Итак, мы продолжаем делать рулет без выпечки. Мы используем печенье Савоярди. Я использую вот такое Савоярди. Ну, оно может быть любым, какие у вас есть. Здесь я взяла 2 пластины полные, по 12 штук, и еще с третьей пластинки еще 6 штук. Вернее, не 6. Да, 6 штучек взяла еще. И вот у нас получился такой ряд. Пока мы еще не пропитывали каждый савоярдик кофе. Вот наше кофе крепкое. Но сейчас мы это проделаем. Мы берем каждое печенье и омакаем в кофе. Делаем это быстро, потому что савоярди очень нежная и быстро пропитывается. Итак, мы делаем каждый ряд за рядом, штучка за штучкой. И так как мы пропитали все печенье савоярди бисквитное кофе, они немножечко у нас размякли, и мы можем немножечко друг другу их так подвинуть, чтобы они немножечко как бы были еще плотнее, чтобы не было расстояния. Теперь мы наносим наш шоколадный крем. Наносим достаточно, ну и не толстым слоем, и не тонким. Чтобы
чтобы у нас были закрыты все наши трещинки. Крем очень шоколадный, очень насыщенный шоколадом, такой с ванилиным вкусом. Очень вкусный крем получился. Выравниваем наши бока. Слишком тоже как бы крема. У нас же еще одна будет начинка сверху. Поэтому учитываем еще это. Вы можете взять любой джем, варенье, что вы хотите. Я взяла яблочное приготовленное варенье. Варенье делала, яблоки нарезала мелко. Сделала карамель, то есть сахар карамелизировала и добавила яблоки. Добавила при этом корицу и, если можно сказать, протушила яблоки, сделала такое варенье. Еще звездочку добавила, и так больше любят очень начинку делать яблочную к шарлоткам польским. И ее можно, в принципе, добавлять везде. Итак, мы выравниваем наши бока. Оставляем немного крема на нашу потом декорацию, как бы чтобы мы могли декорировать наш рулетик. И вот у нас так одна часть готова. Теперь мы берем любое варенье, в данном случае я беру яблочное, и покрываю сверху. Делаю такой небольшой тоже слой из яблок. Я люблю, когда десерт имеет контраст. В данном случае яблоки у меня немножечко такой карамельно-кисловатый вкус имеют. То есть карамель сладенькая и яблочная, и такой яблочно-кисловатый это вкус, да? Не знаю, как вам сказать лучше этот вкус. Ну, очень вкусно. И шоколадный масляный крем будет хорошим оттенком для этого джема, или джем для этого крема. И будет такое послевкусие приятное. Не люблю, когда все просто сладкое и все. Должно быть обязательно какие-то оттенки. И вот мы сейчас немножечко добавим яблок. Продолжаем добавлять яблоко. Так, вот попалась звездочка. Мы ее сейчас удалим и нанесем наши яблочки дальше. Вот, пожалуй, все. Ну а теперь начинаем сворачивать наш рулет. Так как мы делали это все на пленку пищевой, печенье выкладывали, вы можете использовать бумагу фольги, можно пленку. Я использовала пищевую пленку. И аккуратно, берясь только за пленку, не берясь абсолютно за савоярки. Они очень нежные, и чтобы они у вас просто в руках не развалились. И начинаем крутить наш рулет. Можно пальчиками чуть-чуть придержать савоярди, но не более. С учетом, что они влажные. Вот, мы закрутили наш рулет. И теперь мы дадим ему в холодильнике застыть на ночь. Можно на 12 часов, но лучше на ночь. Я ставлю на ночь. И уже
Завтра мы продолжим делать с вами, доделать этот рулет. Итак, мы снова приступаем к нашему рулету, который уже настоялся в холодильнике, пропитался, крем схватился. И теперь мы приступаем к его декорации. Сначала мы обрежем лишние края. Ну вот наш рулет и готов. Мы его декорировали кремом, какао, орешками. Он получился у нас очень нежным, буквально тающим во рту, с шоколадным вкусом, оттеняющими яблоками. Приятного всем аппетита! Кому понравится, ставьте лайк. Мне будет приятно.